В пятницу вечером 17 июня по некоторым регионам Беларуси прошелся чуть ли не настоящий шторм. Стихия бушевала в Брестской и Гродненской областях в течение нескольких часов. Повреждения, нанесенные сильным ветром, зафиксированы и в Солигорске. По сообщению спасателей, грозовой фронт достигал порывов ветра до 20 метров в секунду. Около 6 вечера стихия повредила стену многоквартирного жилого дома по улице Заслонова, 28. Ветром был сорван утеплитель. Отлетевшими кусками оказались повреждены автомобили, оставленные на гостевой стоянке. К счастью, никто из прохожих не пострадал. На место аварии были вызваны работники МЧС и ЖКХ-комплекс с необходимой техникой. Дорогу временно перекрыли экипажи ГАИ. За несколько часов остатки утеплителя были демонтированы. Но и это еще не все, что натворил порывистый ветер. На пересечении улиц Богомолова и Молодежная вырвало конструкцию остановочного пункта. И в этом случае пострадавших не было. На 20 июня по стране вновь объявлено штормовое предупреждение. Сотрудники МЧС предупреждают об оранжевом уровне опасности. Редактор